Всем привет! Сегодня мы продолжаем разбирать танцевальный стиль вок. В прошлом видео из интервью с Анной Пандорой мы узнали, что вок делится на три основных подстиля. Это Old Way, Femme и New Way. Давайте немного разберем базовые движения этого стиля. Существует три основных элемента. Это duckwalk, catwalk и deep. Их исполнение отличается в зависимости от того, в каком подстиле вы танцуете. И сейчас Аня поможет нам разобрать эти движения. Итак, один из базовых элементов фэм-вога – это catwalk. Мы садимся. Как у нас работает корпус? Мы выгибаемся, да, грудь вперед, попа назад. Большой такой прогиб в спине, спина напряжена. Садимся. Работаем мы на полупальцах. Сейчас руки мы не будем задействовать, только как работает корпус разберем с вами. Итак, поднимаем ногу, да, у нас идет шаг и бедро. Раз. Если так разбирать, то давайте возьмем уровень плеч, да, плечи, линия бедер. У нас идет такая работа и еще на скручивание. Поэтому корпус у нас работает вот так. Руки тут могут быть разные, но мы сейчас с вами разберем самое простое движение, самое базовое. Вот кисть выпрямили на плечо и вперед. Плечо, вперед. Локти немножечко смотрят друг на друга. И когда вы выпрямляете, вы закрываете центр. Вот так. Таким вот образом. Не прижимаем локти и не фиксируем. Плечи у нас тоже дышат, работают со всем корпусом. И в целом это смотрится так. Противоход. Да? Следующий элемент – это duckwalk. Название, собственно, говорит само за себя. Сидим, спина у нас прямая, мы подпрыгиваем, давайте ручки пока поставим сюда, подпрыгиваем, и когда мы привстаем, мы выкидываем ногу, раз, и ставим обратно. Не заваливайтесь, да, чтобы это не выглядело вот так, нужно, чтобы спина, да, вот ось, она смотрела в пяточки, тогда вы не будете заваливаться. Также есть еще у нас spin and dip. Вращение и заход в пол, а также может быть, если это драматик, то это вращение и падение на пол. Итак, когда мы заходим в дип, попа, да, и колено должно прийти одновременно. Дальше по поводу голеностопа, он может у вас быть так. Так, либо даже можете вот так положить. Тут нет определенных принципов, каждому как удобно. Итак, сели, нога с этой стороны, закидываем голову, прогибаемся и закручиваемся на правую ножку. И поднимаем. Да, может положение быть такое, просто может быть, но корпус прогиб максимальный. Спин может быть любым. Просто вращение и заход, да, в любую сторону, на любую ногу,